здорово! Сегодня у нас покатуха будет в Ильичевск. Общая дистанция будет порядка 90 километров. Вот. Я очень вовремя начал заниматься настройкой своего велосипеда. И по итогу, короче, не поставил обратно лежак. Еду сегодня без лежака, но теперь я наконец-то выставил вроде как правильно дуалы. Изменив конфигурацию руля, стало намного проще крутить. И поэтому все, кто ездит в нижнем хвате постоянно, я советую этого не делать, а настроить дуалы правильно. Байкфит — вещь нужная и просто необходимая. Для тех, кто ездит далеко и как бы планирует ездить и дальше далеко, они мучатся на этом велосипеде. Вот. Перекопали улочку, трасса для циклокросса. Я уже и забыл, что я написал.